те, що ви добиваєте з першого місця, чи ставили вже планку команді і як далеко? Ні, для чого нам ставити планку? Давайте ми вийдемо з першого місця, потім буде у нас длительний перерив. Ми, звісно, спробуємо усилитися. Не будем об этом сегодня говорить, но мы видим проблемные позиции. У нас есть однозначно, и хотя бы для того, чтобы не дублировать, но хотя бы, чтобы была живая конкуренция. Потому что мы не можем от настроения некоторых футболистов рассчитывать на них, что они сегодня в хорошем настроении стали, а завтра будет. Нужна конкуренция. Конкуренция молодыми футболистами – это прекрасно, это очень хорошо. За что спасибо Сергею Станиславовичу, что он создал такую конкуренцию, доверяет молодым. Ну, вы же понимаете, что если мы хотим добиваться побед, то опыт никто в футболе не отменяет. Опыт, молодость, как говорится, это хорошо. Сплав молодости и опыта. Мы нужны футболисты в команде, которые будут вести за собой. А молодые должны к ним подтягиваться. У нас хороший выпуск сейчас в школе, в дубле. Но они должно пройти время. Ну, Сергей Станиславович любит работать с украинскими футболистами. Он это показывает всем своим видом. Но все равно, я думаю, что некоторые позиции, наверное, надо будет усилить. Как это удастся нам это сделать или не удастся в связи с ситуацией в нашей стране, в связи с тем, что все-таки Шахтер никто не отрицает, это флагман нашего футбола, и тоже смотрят на Шахтер, где он играет, как он играет, уходят от него футболисты, не уходят, это волна в силу, понимаете, до окончания срока контракта ушел ведущий футболист Джулиано. Это ощущается на Днепре, ощущается. Мы, слава богу, не потеряли наших футболистов летом. Ну, дай бог, чтобы мы их и не потеряли зимой. И был мир, покой в нашей стране. И сюда хотели ехать футболисты, так как они хотели ехать прошлым летом. Тот же, опять-таки, Беланда, тот же Ленс, игроки своих сборных, Драгович тоже. Вот этого хотелось бы. Но если будут конкурировать украинцы, будут вытеснять, то я буду только за, я буду только аплодировать Буяцкому, Калитвинцеву, Бургейту.